Ставки на спорт. 1xBet. Большие выигрыши. 1xBet. Быстрые выплаты. 1xBet. Надежный букмекер. 1xBet. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ростислав, и сегодня я буду учить вас жарить раков. Вот таких вот молодцов. Для начала раков надо задушить, для этого мы их будем перекладывать в кастрюлю, и в воде будем их, значит, поддушивать. Так, идите сюда, хорошо. Ну и вот он, наш последний рак. Собственно, приступаем к тушению. Для этого берем воду, вливаем, собственно, в рак. Ну, собственно, наполняем кастрюлю полностью. Нужна будет крышечка, чтобы они куда-то влезли. Так, отлично. И, собственно, душим. В принципе, раки уже задушены, поэтому, я думаю, можно приступать к жарке. Собственно, для того, чтобы пожарить раков, нам надо для начала раскалить сковороду. Для этого мы берем сковородку и наливаем на нее маслице. Так, в принципе, сковородочка у нас уже раскалена, поэтому можно уже приступать, я думаю, к жарке. Делайте, ребят, ставки, получится ли у меня сегодня раков-то зажарить. Сделать это вы, конечно, можете на 1xBet. Вот, собственно, приступаем к жарке. Обязательно накрыть крышечкой, иначе не работает. Итак, рак мы немножечко пожарили. Значит, самое главное в этом рецепте у нас... Ой, тростик, тростик! Эфэнчик, эфэнчик, эфэнчик! Ой, иди нахуй, дырка! Самое главное в этом рецепте... То, что раков надо засолить. Наши красавчики. Берем соль и начинаем засаливать чисто. Хорошо, чтобы прям соляра. Солим, солим, солим. Теперь раков надо перевернуть. Когда нам удалось перевернуть всех раков, опять накрываем их крышечкой и жарим еще пару минуточек. Собственно, несколько минут у нас прошло, и раки уже практически готовы, поэтому мы можем выключать газ, но нельзя забывать добавлять секретного ингредиента. Ну и, собственно, остается только подождать 10 минут, пока раки замаринуются в пиве. И можно будет уже ответить уверенно на вопрос, получилось ли у меня их пожарить или нет. Сань, извини, пожалуйста, это все просто на камеру игра, ну понимаешь, мне же надо поддерживать образ. Ну прости, но я не хотел, Ну, как вы можете увидеть, раки получились у нас на славу. Теперь можно выкладывать их на тарелочку, собственно, перед дегустацией. Белиссимо. Раки пожаренные. Не хватает разве что нарезочки. Субтитры сделал DimaTorzok
если не на очке, то байбекнись. Нажмет FN. Раз нет, придется добавить мой другой любимый ингредиент, а именно леща. Махмон, не надо, блин. Махмон, не надо.